В преддверии главного государственного праздника страны в Ленинском городском округе проходит акция «Окна России». В ней принимают участие 10 культурно-досуговых учреждений, 9 библиотек, 2 детских школы искусств и 32 учреждения образования. Сотрудники и их воспитанники украшают окна согласно заявленной тематике. Сегодня мы украшаем досуговый центр «Юность» на Дню России. Нас вот такие замечательные флажки и поделки, и рисунки, которые передали нам дети. В акции могут принять участие и все желающие жители муниципалитета. Приготовьте из бумаги и любых других материалов соответствующую атрибутику и украсьте окно своей квартиры. Мы граждане большой страны, мы вместе, мы сила.